больше. Здравствуйте, дорогие. Дорогие. Очень приятно вас видеть. Мы вас не видели. Месяцев 6. Это наше первое выступление на сцену. Первое выступление на сцене. Первый раз выходим. За полгода мы потеряли всю профориентацию. Вы купили билет непонятно на что. Что если будет, никто не знает. У нас новая программа. У нас новый коллектив. Раньше здесь стоял мой саксофонист. Он уехал на заработки. Здесь ему столько не платят, он уехал в другое место. А здесь сидел Герман Ивашкевич. Он уехал на заработки с группой «Ромба». Теперь здесь Илья Коробков. Молодой талантливый парень. Что еще вам сказать, родные? Сегодня будет много лирики. Очень много. Если кто-то устал, как мой друг, который сюда пришел, и захочет спать, со спокойной душой можете отдыхать, ребята. Мы не знаем, как вообще. Это первая программа, когда я полтора часа буду петь свои песни, своего исполнения. И всегда можно попасть в ловушку, знаете, одной и той же песни. Возможно, вы будете слушать полтора часа одну и ту же песню, родные. И авторская песня. Вы в клубе. Я вас поздравляю. Спасибо, что пришли, родные. Очень приятно вас всех видеть. Обнимаю. Где-то ты есть рядом со мной. Я чувствую кожей знакомую нежность тепла. Подожду тебя здесь, как наши дороги скорее завяжет судьба. Говори знаками ты для меня, витамин, нам пора встретиться, раз земля вертится. Тсунами заполняет пустоту.
большим умом, очень красивые и с непростой судьбой, скорее всего. Здесь таких женщин нету. Посвящается вашим нелюбимым подругам. Давайте, ребята, наши. От души там с тобой, со слезой. Здесь много красивых девушек. У парня 27 числа. Не хочешь, 10 лет Андрюха ходит, наши все. Я вообще не планировал, но, может быть, попробовать один какой-нибудь. То песня следующая. Заставляет. Если вспомню. Шпаргалки нет. Мы смеялись с тобой на подоконнике. Я любил очень, как наши ноги соприкасаются. И ты смотрел на меня так искренне, что я сам себе еще больше нравился. Мы называли себя, мы играли с собой в игры дурацкими, называли себя другими именами, в том числе. И во всем этом взгляды ласковые, и воздух искорками между нами.
Мне с тобой хорошо очень. Я не знал, что такое возможно. Ты прищуривала глаза свои, между прочим, а я понимал, любить без страха боли можно. Что там дальше было? И называл я тебя по-разному, но уменьшительно ласкательно, искренне. Ты с другими была женщина важной, а со мной была девочка близкая. И глаза у нас были красные. И боролись мы с пустынной сухостью, с сладким запахом, очарованным, мы смеялись над каждой глупостью. И я знал, что повтора не будет. Смех останется на подоконнике. Прикасаться к тебе не будет возможности. Я испытывать буду моральные сложности, словно музыки не смогу найти дома. И теперь, по прошествию времени, наблюдаю в душе пустоту. Понимаю, мне есть чем гордиться. Я дал имя твоему карте. Карантин, работы не стало, денег не стало, песня выходит альбом из 4 песен в сентябре. Так что, если что, ребята, будет эта песня точно. И следующая тоже, да? Здесь нету девушки, которая меня очень просила ее спеть, но я ее все равно спою, потому что выхода нету. И она в программе написана. Выхода нету. Давай награду. Матвеюшка, ребята, Матвеюшка, давайте нашу, про любовь, как всегда. Спасай мир одиночек, любовь.
Я побуду с тобой до весны. Я побуду с тобой до весны. Женщины с Надеждой и с именем Надя есть? Присутствуют? Надежда, есть кто-нибудь? Кого зовут Надя? Надежда? Есть? Что, серьезно? Обманываешь, нет? Хорошо, посвящается всем Надя. Как-то однажды влюбился я в девушку одну. Будучи женатым человеком. Брак тому не разрушила, но и погулять я успел прилично. Все, дорогие, я вам сегодня много чего расскажу, после чего вы не будете ходить на мои концерты. Мысли разбегаются мне в сон.
мороженое. Серьезно, вы любите мороженое песни? Да, тогда это для вас. Мороженое, ребята. Мадзельшин, ребят, Мадзельшин. Давайте. Заказали мороженое, сами. На время карантина, где бы было нечего, записывать песни под гитару, выкладывать в Инстаграм и смотреть, как люди на это реагируют. И после этого получаются неплохие песни. Плохие тоже получаются. Главное, что от того, что люди поддерживают, и сразу хочется делать что-то дальше. Вот эта песня, она появилась, я написал ее лет в 10, мне кажется, 12, может быть. Это переходный возраст у меня был, я не помню. Может, попозже, кстати. Написал эту песню и дописал ее только благодаря тому, что люди отреагировали на нее и сказали: «Хорошая песня, Леша, пой, пожалуйста». Пою, родные. Для себя и для вас. Правильно было для вас и для себя, но это мои песни, поэтому для себя и для вас, родные. От души. Давай, Даша, давай, Даша. Мы же с тобой не...
Понюхать и сделал подводку в следующей песне. Давайте наши ребята. Это песня французского эмигранта, который приехал в Россию искать себе жену. Он очень любит Россию, выращен на стихах Агнии и Барто. Несет это в себе, в сердце. Приехал в Россию, влюбился в девушку, и вот поет ей. Изменяется день.
А за месяцем год, а за годом идет бесконечный дождливый апрель. Я посижу здесь под дождем, как заячий в красивом русском стихе. В опасности я, как ваш бычок, вздыхаю, качаюсь на русской доске. Глубину ваших глаз я готов наблюдать. Я хочу целовать ваши плечи выше и ниже, и даже если убийством грозит ваша мать, ничего не боюсь, я дарю вам себя. Ну а если вы скажете нет, я оставлю себя для себя и посижу здесь под дождем, как заячий в красивом и узком стихе. В опасности я, как ваш бычок, вздыхаю, качаюсь на русской доске. Такой девушки нет в жизни. Собирательный образ. Но здесь есть Настя, подруга моя. Вроде дошла. Дошла? Да. Дошла. Че, ребят, делайте шпаргалки, без шпаргалки. Ай. Нет! Смотри. Нет! Все пропало. Это со Настей. Смотри-ка. Песни про Настю. Не заладилось у Насти счастье, не поселится в корзине розы. Насте пишет только одноклассник, он зовет ее домой в морозы. Она хочет большую квартиру, хочет, но купить не может. Любовник обещал ей дорогую машину, но Настя хочет подороже. Зеркалом ведет общение, тренируя взгляд сиамской кошки. Ждет большое в жизни приключение, на кого бы ей закинуть ножки. Она хочет любить иностранца, хочет и не учит русский. Любовник обещал ее любить по-немецки, но Настя хочет по-французски. Сигнал другой планете. Настя сделала красивый постер, он висит у папы в кабинете. Она хочет влюбиться всем сердцем, хочет, но кто ей поможет? Любовник обещал, что со своей разведется, но Настя больше так не может. Есть новая, new school, новая музыка, да, где кричат разные странные вещи, типа трышкра, там что-то там вроде. А знаете такие вещи? Хорошо. Кто может покричать что угодно вообще? Бры, а молодец, бры есть. Кто еще что-нибудь? А что еще нужно? А что угодно. Ну, давай, Генчик, ты скажешь сука в конце, давай. Нет, из песен слов не выкинешь. Ладно, это жанр. Вот все типа какие-то звуки, ты такой, сука. Хорошо? Давай, кто еще что? Тр есть, только брат какой-нибудь. Тра-та-та. Че ты, вот, молодец, тоже ваша осталась. Ага. Еще кто-нибудь? Экспромт? Да. Лучше подготовлен, чтобы с вами что-нибудь сделать. Хотелось что-нибудь с вами сделать, вот мы делаем, в принципе.
Человеческая песня, не поймут ее собаки. Кошки тоже будут плакать на паркете, спрятав уши в человеческие тапки. Человеческую песню не сыграют даже лапки. Я не знаю, кто придумал эту песню, с головой у него точно не в порядке. Человеческая песня, будто кто-то громко крикнул, без идей и без рифмы, с этим странным звуком. Янчик! Человеческую песню сделаю на ноль потише, чтобы услышать пенье птичек, как вот воет на луну. Нам петь дальше, что попало. Хорошо, вот сейчас осталось уже такое, так можно корректировать даже. Что-то не так, что-то не так. А вы? Что-то не так, что-то не так. Прекрасно. Вы все умеете. Ну и класс. Вроде бы, все нормально, но что-то не так, что-то не так. Вроде здоров еще, не юродивый, но что-то не так, что-то не так. Выключи новости, с миром давно уже что-то не так, что-то не так. Так круто даже. Может, тебя еще рядом, тогда бы все было бы так. Но это не факт. Что-то не так, что-то не так. 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 Выключи свет, дверь закрой на засов. И не забудь, куда спрятал ключи. Это, конечно, закончится все. Или кончимся мы. Подари мне, подари мне, да, 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 да. Подари мне, подари мне, подари мне, да, 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 да. Подари мне, подари мне. Подари мне, да-да-да-да-да-да-да-да. Подари мне. Хоть виду не очень счастливая, радоваться пока нечему, нечему. Но это тоже не вечно. Это счастливая песня. А-а-а-а. Для того, чтобы ты стала счастливее. А-а-а-а. Мы то раздельно, то вместе. А-а-а-а. Притяжение сильное. Подари мне, да-да-да.
Все про любовь, обычно про женщин. Мне всегда хочется сказать, что я пишу про одну какую-то женщину, но все не так. За 36 лет имел опыт общения с женщиной. И что хочу сказать? Все, нет ни одной идеальной, вы знаете? Нет ни одной идеальной. И боюсь, что и не бывает, в принципе. Но хочу сказать, что каждая женщина на моем пути, с которой я был близок, она что-то привносила, она что-то меняла во мне. Так что, дорогие друзья, если вдруг вы смотрите на меня, то считайте, что вы смотрите на детский пластилин, из которого что-то лепили, а потом бросили. Слепленным комком. Считайте, не туда импровизация пошла, очень жалко. Я вас предупреждал, у нас вообще непонятно, что между песнями говорить, какие шуточки, поэтому мы все равно вас используем, и все удачно, родные. Кто знал, что так получится с вами? Улыбнись, пожалуйста, не спеши вынимать из закрытых дверей ключ. Давай развлекаться, уходим в плюс. Это стук воды о скалы. Я прошу тебя, милая, без оскала, давай дружить. По-другому нам не выжить. Я готов рядом быть твоим лучшим другом. Мы поиграли в любовь и разбили посуду. Знаю, ты можешь понять и принять все как нужно. Без восьми. Нормально, нормально. Укладываемся.
Смотрите, давай про астрома, да, с ребятами, споем вместе. Yeah.
себе, пока любого стоит два человека. Три мяди, ты тоже танцуешь, ничего себе. Ты очень красиво танцуешь. Ты падишах. Да, 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 давай, конечно. Потеряемся за южным фронтом и проводим.
песню 100 лет не пел. Но эта песня, она написана была давно, выпущена. Никому не оказалась нужна. А потом случился карантин, и я эту песню достал, и она как будто прозвучала по новой. Поэтому спасибо. Какое спасибо? Пошел к черту на матери. Посвящается карантину. Давай нашу. Очень хорошо. Я от удовольствия помотал, что вообще круто. Ты все правильно отпустил. Не уходите, подождите, я вас обниму, хорошо? Я не понимаю, вы или танцевать, или уходить собираетесь? А может, вы в танцы будете уходить, я не знаю. Да. Подождите, я вам обнимусь с вами. Матвеюшка, ребята, Матвеюшка, давай сорвем. Холодом сентября, когда ты устанешь со мной быть сильной, я сделаю счастливой нас и тебя. Ты была сорвалась, невыносимая,
нет, и ты моя, но все-таки моя. Ты была сорвана. Играя в маркополо, ты была сорвалась.
Дорогие друзья, действительно, друзья, кто кого я пригласил прям. Мои друзья, спасибо, родные, спасибо большое, что пришли. Вы всегда меня поддерживаете, я вас за это люблю. Эдичек, спасибо тоже. Тебя-то не пригласил лично, а ты сам пришел. Это еще приятнее, ты понимаешь? Эдик, там звать надо. Я принял такой сказку. Серьезно, Эдик? Да. Я тебя верну. Ладно. Дорогие друзья, спасибо. Очень приятно. Надеюсь, мы еще с вами как-нибудь соберемся. Обнимаю вас крепко. Берегите себя, пожалуйста. Вдруг вторая волна карантина. К черту. Фу-фу-фу. Давай, Матвеюшка наша. Ребят, давайте прощальную колыбель. Спасибо, дорогие.